отдельный бюджетный монитор для работы и отдыха. На распаковке монитор Digma Progress с индексом 24P404F. Комплект поставки стандартный для подобного типа устройств. Адаптер питания, кабель HDMI, документация, подставка и монтажные винты для ее крепления. Перед нами стильное современное устройство. Экран диагональю 23,8 дюйма обладает узкими рамками с трех сторон. Full HD матрица изготовлена по технологии IPS. Хороший набор для недорогого монитора. Дополняют его поддержка технологий FreeSync от AMD и G-Sync от NVIDIA для лучшей синхронизации изображения и уменьшения смазов. Для защиты зрения здесь есть функция уменьшения мерцания и фильтрация синего цвета. К слову, частота обновления экрана здесь 100 Гц, а скорость отклика 5 мс. Для игр вполне подойдет. Интересно, что у этого монитора матовая поверхность экрана, а значит на нем почти не будут заметны блики и отражения. В плане наличия портов тоже все стандартно. Один HDMI, один DSAP и аудиовыход на наушники или колонки. Также модель имеет скромные встроенные динамики. Подставка может регулироваться только по углу наклона от минус 15 до плюс 5 градусов. Но крепление веса позволяет установить монитор на кронштейн и использовать его так, как вам удобно. Что в итоге? Это недорогой и интересный внешний монитор с качественным экраном и неплохими характеристиками. Он вряд ли подойдет для требовательных геймеров, но подойдет для работы, просмотра фильмов и прочих задач.